уважаемые гости, пожалуйста, подходите ближе. Я приветствую всех в наших залах. С огромной радостью я хочу представить персональную выставку православного священника Свято-Никольского храма города Прохладного и Иерея. Замечу профессионального художника, поэта, барда Андрея Еремеева. Выставка называется «В ладонях весны». Это первая персональная выставка отца Андрея, с чем я его и поздравляю. И я хочу предоставить слово для приветствия заместителю министра культуры Кабардино-Балкарской республики Карчаевой Эминат Хадисовне. Сегодня замечательное событие, прекрасное событие в этом зале. Персональная выставка художника, священника Андрея Еремеева. Мы хорошо знаем, что подобные выставки — это своего рода творческий отчет каждого мастера, каждого художника. И мы видим, что сегодня действительно совершенно прекрасная экспозиция сформирована в этом зале. Это и пейзажи, это натюрморты, это портреты. Но всех их объединяет одно. Это любовь мастера, любовь художника к родной земле, любовь мастера к людям, которые населяют эту землю. Я думаю, что действительно творчество – это вся жизнь Андрея Михайловича Еремеева. И это отражается в каждой его картине. Это отражается в его стихах и песнях. Мы знаем, что он еще замечательный поэт, поэт-песенник. И я думаю, что на самом деле скоро выйдет его сборник, и все мы с удовольствием познакомимся с этой гранью его таланта, с этой гранью его творчества. Мы знаем, что он замечательный педагог, который более четверти века отдал детям, обучая их изобразительному искусству. И я хотела поздравить всех присутствующих, всех жителей города Нальчика, жителей города Прохладного, Прохладненского с этим замечательным событием. И пожелать всем, конечно же, прекрасного общения с прекрасным творчеством Андрея Михайловича Еремеева. Спасибо всем огромное. Слово председателю Союза художников Кабардино-Балкарской республики Тимерканову Геннадию Жановичу. Спасибо большое. Мне, во-первых, сегодня очень приятно, что в этом зале первая вот выставка открылась Андрея. Я извиняюсь, что я не по отчеству, потому что мы вместе учились когда-то в училище во Владикавказском, поэтому я себе позволяю такую вольность. И хотелось бы отметить то, что очень замечательные просто работы, и сам человек остался вот тем светлым парнем, с которым мы учились. Тот светлый человек вот пронес вот через эти года вот эту чистоту в душе. Я могу сказать то, что вот у нас в Союзе уже есть один художник Сорокин, который тоже имеет сан священный, и мы бы хотели, чтобы у нас в Союзе художников было два человека из православной веры. Так что я очень надеюсь, что мы еще продолжим разговор о том, чтобы Андрей попал в Союз художников. А всех присутствующих хотел бы поздравить с этой замечательной выставкой. Я надеюсь, что вот эта выставка, которая вместила в себя более 50 работ человека занятого, но удивительно творческого, который находит и на живопись, и на графику, и на преподавательскую деятельность свое время, не жалеет себя. Мы надеемся, что еще будет много-много таких выставок. А Союз художников чем может, тем поможет. Спасибо, Андрей. Слово главному хранителю музея, народному мастеру России Владимиру Макаеву. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы присутствуем на очень великолепном событии, торжественном событии, по крайней мере для Андрея, потому что первая персональная выставка — это и ответственно, и очень много говорит о дальнейшей судьбе человека, творца. А Андрей, как я вижу, творец высокого уровня,
высокого полета, тонкой духовной грани. Я вот сегодня утром пошел, как главный хранитель, я прихожу в музей самый первый, это где-то бывает и 6 часов нет утра, а я уже здесь. И вот в этом покое, в тишине, когда никто не мешает, ничего не отвлекает, я внимательно просмотрел каждую работу. До этого мне не приходилось так тонко и четко смотреться, познакомиться с творчеством этого художника. И для себя сразу отметил, что передо мною личность высокая, духовная в первую очередь. А для меня духовная личность – это не просто человек, умеющий творить, то есть красиво рисовать, умело рисовать, лепить или что-то делать, а это еще внутреннее его состояние. Человек верующий, человек, имеющий сан, для меня очень. И второе открытие для меня было удивительно еще более этого. Оказывается, он поэт. И когда я прочитал, а мне достаточно было прочитать буквально одно-два стихотворения. И я понял, я подошел к Андрюше, подошел, пожал ему руку, потому что это поэт очень высокого уровня. Это не просто подумайте, что при нем говорю громкие слова. Это поэт очень тонкий, лиричный, с метафорическим созданием, с тонкими глубинными пониманием материи поэтической. То, что... А к тому же еще, что меня еще больше все подкупило, оказывается, он еще и владеет гитарой, и владеет бардовской песней. Я, как человек, один из первых бардов Кабардино-Балкарии, когда начинал с Ефремом Амирамовым, для меня было это очень важно. Ну, еще раз хочу поздравить нашего мастера, нашего художника, нашу личность, высокую личность, вот с этим праздником, чтобы это было осталось с мастерством. Спасибо. Я хочу предоставить слово директору детской школы искусств города Прохладного, заслуженному работнику культуры Кабардино-Балкарской республики Перегуди Наталье Васильевне. Добрый день. Мне хочется всех нас поздравить с этой выставкой, потому что здесь, в каждой работе, в каждой картине просматривается, вот сейчас были сказаны очень точные слова, тонкая душа, чуткость к жизни, к людям. Это все не случайно было сначала началом творческой работы в школе, за что я благодарю судьбу, потому что дети воспитывались в необыкновенной такой вот атмосфере, когда мы говорим о том, что педагог должен направлять ребенка. Вот это как раз почерк Андрея Михайловича. То есть он с маленького возраста, совсем юные души, он умел так направить их взгляд, чтобы они не только видели, чувствовали, но и по-своему старались передавать. И он направлял очень чутко и тонко их в работе. Я присутствовала на уроках, когда в руках он держал такие замечательные книги, показывал репродукции, рассказывал. Он был как бы немногословен, но дети знали абсолютно все очень глубоко, они рассуждали, они могли делиться своими мыслями, это было очень естественно, очень искренне. И вот эту искренность и в стихах, там каждое слово, его нужно внимательно прочитать несколько раз, почувствовать, и под настроение каждое стихотворение, оно открывается по-разному. И сейчас, когда вот на новом поприще, очень большая работа идет воспитательная, продолжается. Не только идет работа именно священника, который проводит службы, который читает проповеди. В каждом слове опять-таки идет обращение к людям, о том, что жизнь дается единожды, о том, что каждый должен жить в ладу со своей совестью. Прекрасно работает воскресная школа. И это все грани одного человека, который действительно немногословен. Но каждое слово – это от души, от сердца, и каждая картина, и каждое стихотворение – это все частички его души. Могу пожелать Андрею Михайловичу, отцу Андрею, не знаю, вот с каждым днем еще глубже проникать в суть нашей жизни, делиться всем, со всеми нами,
поблагодарить за то, что сегодняшняя выставка состоялась, и мы можем познакомиться с его творчеством. Его замечательной семье, талантливым детям, жене, которая все делает для того, чтобы все это было именно на том уровне, на котором это существует. Успехов, радости, душевного такого равновесия, гармонии. А от наших коллег и детей вот такие цветы, потому что ну, все то, что происходит в вашей жизни, делает нашу жизнь лучше, как и эти цветы. Слово члену Союза художников Кабардино-Балкарской Республики Анатолию Жилову. Всегда, когда идешь на выставку, есть какое-то волнительное чувство. Это встреча с новой фигурой, новым искусством. И я не скрою, я действительно немножко волновался, когда заходил, но я увидел лицо Андрея, увидел его супругу, у меня сразу отлегло. Это настолько красивые, настолько интеллигентные люди, и я их знаю. Это я знаю их уже давно, они у меня выставлялись. Уже в такой групповых выставках они выставлялись. Но так, допустим, вот персонально, что персональная выставка, она больше, конечно, показывает лицо художника, это большие возможности. И вот так я Андрея вижу первый раз. И сразу же бросается в глаза, что это очень крепкий профессионал. Здесь есть какие-то вот живопись, почти импрессионистическая такая мощная живопись, которая вот написана пастозным, одним каким-то дыханием. Есть какие-то почти кубистические поиски, особенно в графике. Есть даже вырезальная графика, которая редко встречается. И я просто вот с этой стороны Андрея не знал. И я очень рад, что вот такой большой художник. И как будто вот когда ты встречаешься с большой личностью, яркой личностью, ты становишься тоже немножко другим становишься. И я поздравляю Андрея с этой выставкой, поздравляю всех, кто здесь сегодня присутствует, всех, кто здесь будет, потом подойдет сюда. И это замечательная выставка, и я хочу сказать, что это очень интеллигентная, красивая семья. Благочинному православной церкви Кабардино-Балкарии протоиерею Валентину Бобылеву. Дорогие друзья, досточтимый отец Андрей, всех я рад приветствовать в этот день и поздравить с этой замечательной выставкой. Это некоторое, как я понимаю, итог, черта творческого периода. Вообще Господь, сотворив человека, даровал ему каждому талант. И эти таланты человек развивает. Мы смотрим на младенцев. Как только они начинают говорить, они поют. И чуть становятся постарше, рисуют. Вообще невозможно представить, чтобы человек... Было бы когда-то время, когда человек бы не пел и не рисовал. Но вот Господь некоторых из своих творений наделяет особыми талантами, особыми видениями этого мира, космоса, прекрасно сотворенным Богом. И Господь, псалмопевец Давид восклицает: «Хвалите Бога на струнах и органах, на флейтах, хвалите Его в псалтырях и гуслях». И когда человек вот передает этот мир посредством живописи, он также видит эту красоту, которая, где Бог вот в природе, и в малом цветке, и в рассвете, и закате. И вот эти картины, они, безусловно, запечатлевают вот это чудо божественного мира. И этим отец Андрей вот так, я полагаю, восхваляет нашего Творца, который даровал ему таланты. Желаем вам, отец Андрей, добрых успехов и во всем благого поспешения. Я еще хотел бы заметить, что отец Андрей ведет передачу на радио Кабардино-Балкарии православной тематики.
Еще раз всех приветствую, благодарю, поздравляю. Слово заслуженному работнику культуры Кабардино-Балкарии Альмезовой Олимпе Ираклиевне. Спасибо. Вы знаете, я очень рада, что сегодня нас так много здесь пришли из уважения к этому человеку, потому что он его очень-очень заслуживает. Мы очень любим нашего отца Андрея. В нашем городе прохладном много людей, которые общаются с ним, которым он очень помогает в жизни своей. Но так как я все-таки работаю в нашей школе, в детской школе искусств, я ему благодарна за то, что когда-то в 2000 году, когда мы реорганизовывали музыкальную школу в детскую школу искусств, именно Андрей Михайлович пришел к нам в школу и стал во главе художественного отделения. И это отделение дало очень хорошие плоды. Очень много ребят занимаются сейчас у нас на этом отделении. Просто много ребят. Но самое главное, что те ребята, которые учились у Андрея Михайловича, можно так, да, говорить, отец Андрей, которые учились Андрея Михайловича, вы знаете, они были все разных вероисповеданий. Разных вероисповеданий. И отец Андрей умел так им преподавать свой предмет, что они из него выносили именно вот духовность. Чистое духовное отношение ко всему, что они делали, что они рисовали, то, о чем он им говорил. И очень многие из наших деток продолжили свое обучение в художественных учебных заведениях, стали коллегами отца Андрея. И этому, конечно, очень-очень мы рады. И самое главное, я хочу сказать, что не зря наш Андрей Михайлович стал отцом Андреем для нас. Он отец Андрей и для наших детей, которых он учил, и для нас, коллег, которые много чему у него учились. И мы очень ему за это благодарны. Мы его все очень-очень любим прохладным. Спасибо. Слово специалисту Управления культуры Прохладненского района, председателю районного творческого объединения «Литературный перекресток» Ступеньковой Ольге Владимировне. Здравствуйте. Очень приятно сегодня видеть такую масштабную выставку Андрея Михайловича Еремеева. А с творческой семьей Еремеевых и с Андреем Михайловичем мы знакомы больше 20 лет. Сначала я узнала как вдумчивого читателя библиотеки. Библиотек, потому что их было много в городе прохладно. Интересного собеседника. Потом активного участника наших поэтических вечеров, которые проходили в библиотеке «Периодики». И там с гитарой, со своей супругой Ириной Владимировной, они исполняли чудесные песни. Библиотекари всегда собирали о каждом поэте информацию, мы тоже собирали. И переписывали от руки его стихи. Такие необычные, тонкие, удивительные. Пустота завернута в бумагу. Вот, понимаете, вот, что такое удивительное, тонкое, красивое, такое зовущее вдаль. И вот для меня он начал, как сказать, как поэт. Сначала запал в душу, полюбился, а потом, когда стали масштабно проходить выставки художников в городском дворце культуры, то я познакомилась с его творчеством, с его работами. И в библиотеке имени Маяковского организовывались выставки многолетние. Они не просто украшали стены. К нам приходили ребята из школы. Мы, библиотекари, проводили экскурсии. И делали так. Брали стихи и работы. И вот, например, вот там вот многие работы узнаем сегодня. Например, «Город», «Глаза». Это все было там. И вот сегодня, ну это была часть выставки, но мне больше всего запомнилось первоначально. Его первые работы, это дипломная работа, она висела, вот как сейчас помню, в читальном зале с правой стороны по произведениям Хитогурова. А он с детства был любимым поэтом, поэтому, когда я его увидела, я запомнила. Сегодня я их здесь не вижу, потому что у него больше работ, чем здесь. Вот что хочу сказать. Семья Еремеевых удивительная, творческая. И выставки, которые мы видели, кроме того, еще открою один секрет, об этом не говорили, Андрей Михайлович являлся художником городского дворца культуры и оформлял спектакли, был сценографом. И вот незабываемый спектакль «Лев зимой», где была удивительная выставка сделана, вернее, оформлена была сцена, это был такой
Ну, наверное, самый лучший за всю историю прохладного спектакля. Кто был, помнит. И это были работы Андрея Михайловича. Ну, что хочу сказать. В этом году в семье Еремеевых еще одна дата. 25 лет семейной жизни. И самое главное, что они, наверное, сотворили, кроме своих творческих работ, это их дети. И два сына, разных сына, внешности похожи, они разные. Один очень добрый сердцем, такой, ну, удивительно добрый человек, а второй талантливый. И он тоже состоит в нашем объединении, пишет стихи, и вошел наш, его стихи вошли в сборник. И скоро тоже будет, вот страничка выйдет с его стихами. Что я хочу сказать? Рядом с талантливым человеком идет по жизни еще один талантливый человек. Это Ирина Владимировна. И я сейчас хочу прочитать коротенькое стихотворение. Кисточка в художника влюбилась. Ну, может быть, кто-то узнает в образе кисточки себя. Кисточка в художника влюбилась. Чудная картина крошки снилась. День и ночь неистово трудилась. И своим художником гордилась. Только слишком рано с ним простилась. И списалась. В счастье растворилась. Но я думаю, что творческий путь Андрея Михайловича, Ирина, я имею долгий, я желаю, чтобы это выставило первое, но это было бы началом выставок по Северному Кавказу, в Осетии, где он учился. Удачи вам, Андрей Михайлович. И дальнейших творческих успехов. Отец Андрей, вам слово. Уже все сказали, в общем-то. Вот, вглядываясь в этот видимый мир, который так заботливо создал Господь для нас, заботливо и тонко, хочется делиться тем, что милостиво Господь нам приоткрыл, потому что от избытка сердца говорят уста, и всякое дыхание дохвалит Господа. Большое спасибо всем, кто помогал, кто пришел, кто сказал эти теплые слова. Спасибо вам большое, храни вас Господь. Я еще раз поздравляю всех нас с открытием этой замечательной выставки и приятного всем просмотра. Господь, Священное Писание, вдохновляет природу. Общение с людьми. А люди разные, люди интересные. Также и краски, когда садишься писать пейзаж или натюрморт, вглядываешься в природу, вдумываешься. И природа подсказывает тебе и технику, и манеру, и колорит. Вот так, ну и все в гармонии. Один из наших картин есть? Ну, это все мои картины. Да. А какая вам больше нравится? Не знаю, они все одинаково нравятся или одинаково не нравятся. Такое бывает тоже. Хочется что-то и добавить иногда бывает. Ну, бывает всякое. Наверное, ну, есть такая расхожая фраза, что самое лучшее, еще которое в работе. Спасибо, конечно.